Произошло в мире компьютерных игр и какие звезды зажгли на небосклоне игровой компьютерной продукции, мы расскажем сейчас в нашей рубрике. Одной из наиболее ярких звезд этого самого небосклона стала игра «Герои меча и магии. Часть 3». 19 февраля фирма 3DO отправила игру в тираж. Также поговаривают, что наша российская компания, именующая себя Бука, собралась взяться за русификацию игры. Однако на сегодняшний день известно, что подписание контракта с фирмой 3DO отложено на неопределенный срок. Но унывать не стоит, если не дождемся русификации игры, освоим английский язык, где наш не пропадал. Гремит по планете железнодорожный симулятор Railroad Tycoon 2. Уже было продано более миллиона копий игры. И, видимо, фирма-разработчик PopTop Software по горячим следам выпустит дополнительный пакет миссий. Он будет называться Railroad Tycoon 2 The Second Century и содержать 18 дополнительных карт и охватывать период от 1930 по 2030 год. Естественно, будут добавлены новые локомотивы, новые саундтреки и видеоролики. В продажу диск должен поступить уже весной. Также, наконец, вышел в свет SimCity 3000, симулятор города, где вам отводится роль мэра этого самого города-мегаполиса. И сразу же игра попала в верхние строчки хит-парадов. Кстати, вот три лучших игры прошлой недели. Как вы видите, ролевая игра Baldur's Gate опустилась на третье место. На втором же находится охотничий симулятор Cybella's Big Game Hunter 2. Что мне лично не совсем понятно, поскольку никогда не поверю я, что среди геймеров всего мира столько охотников. А мы переходим к третьей строчке хит-парада и основной части нашей рубрики, поскольку игра, о которой сегодня пойдет речь, в нашей программе называется Baldur's Gate. Уж и не знаю, как перевести. Балдурацкие ворота, наверное. Сначала ролевые игры были обыкновенным настольным развлечением и представляли собой некий магический вариант шахмат. Вряд ли сейчас найдется человек, который вспомнит, как называлась первая ролевая игра. Тогда вся игра помещалась в одну коробку и состояла из фишек, игрового поля и всего того, что включает в себя настольное развлечение. Все остальное зависело от фантазии играющих. Ролевые игры имели большой успех, породивший такое явление, как игра с продолжением. Самым популярным творением в этой области можно назвать серию игр Dungeons & Dragons «Драконы и подземелья». Революцию в жанре ролевых игр сделало пришествие в нашу жизнь персонального компьютера, открывавшего безграничные возможности. Мы позволим себе опустить тот период истории, посвященный развитию компьютерных игр, и который представляет собой отдельную тему для отдельной передачи, и самое главное то, что теперь компьютер представляет достаточные возможности для воплощения замыслов изготовителей, фантазии которых, похоже, не знает границ, что, в общем, неплохо. Именно плодом такой фантазии и является игра Baldur's Gate, о которой я вот уже целую минуту пытаюсь начать рассказывать. Итак, сюжет данной игры переносит нас на сказочное побережье под названием Sword Coast – берег меча. Спокойная средневековая жизнь побережья была нарушена перебоями с поставкой железа с близлежащих шахт. После того, как в районе шахт начали происходить события таинственные и страшные. События, в результате которых возле шахт стали пропадать люди. Жителей побережья охватил страх, а два крупных города, стоящие на побережье, вместо того, чтобы искать решение проблемы, принялись валить вину друг на друга. Телефонов тогда не было, а потому позвонить на место и выяснить, в чем дело, было невозможно. Отсутствие информации порождало неимоверное количество слухов. В общем, во всем этом безобразии придется разбираться нашему герою. После малопонятной заставки мы попадаем в меню, где нам предлагается начать игру. По законам жанра ролевых игр, нам предлагается выбрать готового персонажа или создать своего. И вот тут для вас открывается просто царский выбор. Настраивать и менять можно буквально все, начиная от пола и внешности героя, кончая цветом лица и одежды. Герой может принадлежать к одной из шести рас, причем от того, какую расу вы выберете, зависит направленность личности вашего героя. Например, гном никогда не будет положительным героем на все 100%. Также ограничен выбор профессий для каждой расы. Специалистом в любой профессии может быть только человек. Ваш герой может владеть одной из 10 профессий. Я бы даже сказал, это не профессия, а состояние души. Самый простой путь – это боец. Герой, который владеет 7 видами оружия, носит любые доспехи, но при этом ничего не понимает в магии. Более продвинутой формой бойца считается паладин, который может лечить с наложением рук, изгонять зло, но при этом подраться тоже не прочь. Слово «священник» говорит само за себя. Заклинания, которыми он владеет, носят в основном защитный характер, однако среди них есть и боевые. Друид – повелитель законов природы, знает все ее секреты и умело ими пользуется. Тяжелым оружием не владеет. Далее идет маг, физическая немощь которого компенсируется сильными заклинаниями. Если вы не хотите искать средства на покупку необходимых вещей, то можно стать вором. Кстати, вор обладает звериным чутьем и потрясающей интуицией, и может легко обнаруживать ловушки. Можно попробовать сделать карьеру барда, странствующего певца, который шляется там и сям, в результате чего знает всего понемногу. Также бард во время боя может петь песни и повышать мораль бойцов.
Есть так называемый мультикласс, сказочный вариант слесаря-многостаночника. Герой может владеть несколькими профессиями одновременно, однако полученные очки опыта делятся на количество профессий, в результате чего замедляется рост общего профессионального уровня. Замыкает славную десятку маг-специалист. Маг, который досконально знает только одну область магии, но знает ее на все 100 и даже на 150%. Выбрав себе героя по вкусу, вы приступаете непосредственно к игре. Игровой процесс Baldur's Gate во многом напоминает Fallout. Есть основная сюжетная линия и множество побочных заданий, выполнение которых может принести вам дополнительные очки опыта. Задания будут самые разнообразные, причем нередко игра будет ставить вас перед выбором. В зависимости от того, какой путь решения проблемы вы изберете, будет меняться ваша репутация и даже развитие сюжета игры. Например, вам предлагается убрать неугодного человека. Учитывая, что, как правило, хорошие люди киллеров не нанимают, вы можете тут же прикончить своего нанимателя, чем заслужить уважение у положительных персонажей. Конечно, если вы хотите заработать себе репутацию отпетого негодяя, то пожалуйста. Однако будьте готовы к тому, что за вашу голову будет назначена приличная награда, и охотников ее получить будет немало, а значит, вам придется приложить недюжинные усилия, чтобы сохранить вашу голову там, где она у вас была при рождении. В течение игры ваш герой может набрать команду из 5 близких по духу персонажей. Каждый из ваших компаньонов обладает своими целями и является довольно самобытной полноценной личностью. И нередко он может оставить вашу команду, достигнув своей цели. В отличие от Fallout, бои в Baldur's Gate проходят в реальном времени, причем в бою вы управляете только своим героем. Но вы можете прервать сражение в любой момент, раздать задание членам команды и вновь ринуться в драку. Очки опыта делятся поровну между всеми персонажами. Кроме всевозможных убойных предметов, к которым относятся различные топоры, мечи, дубины и алебарды, существует целый арсенал магических предметов. Естественно, чтобы такой предмет начал функционировать в полную силу, его нужно опознать. Добавьте к этому более 100 заклинаний, и у вас сложится примерное представление о том, во что можно превратить обыкновенную драку, если подойти к ней с фантазией Baldur's Gate. Музыка в игре меняется в зависимости от того, что творится с вами в данный момент. Она может затихнуть вообще и грянуть с новой силой, стоит вам только ввязаться в поединок. Правда, иногда это выглядит несколько глупо. Например, однажды наш герой в перерывах между подвигами очищал курятник от крыс. И в это время из колонок несся некий эпический фрагмент, достойный иллюстрировать битвы гигантов. Со стороны это выглядело довольно издевательски. Сейчас вряд ли кого можно удивить смены дня и ночи, поэтому к этим уже известным примочкам авторы добавили еще различные погодные явления, самым ярким из которых является, пожалуй, гроза. Она сопровождается вспышками молний и громом. Смотрится это очень красиво, и при этом вам ни на минуту не приходит в голову, что вы видите грозу, но не видите небо. К сожалению, Baldur's Gate слишком глобальная игра, и рамки программы не позволяют мне рассказать о ней больше. Самое главное, это красивая и очень качественно сделанная ролевая игрушка, которая станет настоящим подарком любителей жанра. И я не побоюсь смелого сравнения, после того, как вы закончите в нее играть, у вас будет полное ощущение, что вы прочитали одну большую сказку. Правда, конец этой сказки будет зависеть от вас. Baldur's Gate — игра интересная и разнообразная, как сама жизнь.